Мы находимся в Волгодонске, в сети ресторанов «Камин». Здесь можно отведать блюда из русской, европейской, японской кухни и, конечно же, настоящую итальянскую пиццу. А секрет приготовления пиццы марки «Барселона» вы узнаете буквально через несколько секунд. Меня зовут Сергей Мирошниченко, это программа «Производим на Дону». Здравствуйте! Куриное филе, говядина, бекон, сыр чеддер, томаты, зелень, красный соус. Букет вкуса пиццы «Барселона». Готовится 15 минут. А вот тонкое дрожжевое тесто имеет свой секрет, который так и остался для нас тайной. Дрожжевое тесто, то есть без всяких добавок, чисто дрожжи, сахар, соль, яйца, мука, то есть масло, все. Остальное, конечно, мы не рассказываем. Это наш маленький секрет. Пицца с сыром, морепродуктами, солями или мясом. Предпочтения волгодонцев в съедобном символе Италии разнообразны. Выбрать есть из чего. Здесь могут предложить 30 видов. И это не считая блюд русской, японской, европейской и, конечно, итальянской кухни. Печи камина позволяют приготовить больше 30 пицц одновременно. Готовятся блюда только при заказе. Никаких заготовок. Посетители готовы ждать, тем более, что это занимает всего 10-15 минут. В месяц волгодонцы съедают 50 тысяч пиц из камина. Очень разные мы готовим пиццы, то есть у нас большой ассортимент и вкус у людей всех разных. Кто-то любит с морепродуктами, просто кто-то любит сырную, кто-то крестный отец любит, то есть приоритета особо нет. Сеть волгодонских пиццерий первой прошла добровольную сертификацию «Сделано на Дону» в сфере общепита. Претензий у проверяющих нет, что подтверждает донской знак качества, выданный на год. Использовать знак «Сделано на Дону» и, конечно же, ряд преимуществ, о которых мы, естественно, расскажем для участников уже этого проекта. Поздравляю. Спасибо. Наибольшее число нареканий раньше со стороны потребителей было в отношении услуг общественного питания, то сегодня, конечно, мы можем уже гордиться такими предприятиями. И я хочу сказать, что это тридцатка лучших предприятий, которые осуществляют деятельность на территории Ростовской области. И вот город Волгодонск пополнил список, также организации общественного питания, которая будет, естественно, пользоваться всеми привилегиями и механизмами популяризации и своей деятельности. Я думаю, что это новый этап в развитии и этого проекта в городе Волгодонске. Угощает камин и сладостями. Кондитерский отдел делает торты на заказ. Пироги, сдоба и другие десерты готовятся только вручную. Для приготовления, например, десерта «Ибица» из молочного и фруктового желе используют свежие фрукты. Для украшения другого десерта «Павлова» из безе с нежным сливочным кремом также используют фрукты. Мы хотели подтвердить свое качество теми специалистами, которые нам сегодня вручают эту сертификацию. Никаких трудностей не было. Вот как мы работаем с нашим продуктом, так все и мы предоставляли. «Камин» работает уже больше 15 лет. Здесь трудятся больше 200 сотрудников. В ресторане предусмотрена служба кейтеринга и стол быстрого самообслуживания. Для самых маленьких разработано специальное детское меню. Можно заказать доставку пиццы, роллов, горячих обедов.